Анонс и точно дата выхода 11 и 12 серии нового российского сериала «Частная жизнь». 11 и 12 серии сериала выйдут на телеканале «Россия-1» 14 сентября. 11 серия. Лена и Алешка пропали. Руслан едет к Любе, но она ни с кем не разговаривает. У нее горе, ее мужа нашли мертвым. Руслан пытается попасть в дом Андрея, но Иванов его не пускает. Тогда Люба, Надя и Ксюша решают рискнуть и тайком проникнуть туда. 12 серия. Юра приводит в дом девушку, с которой собирается жить. Это неожиданно для Нины Борисовны. А вскоре к ней приходит Андрей с неожиданным предложением. Руслан понимает, что спасти Лену можно, только если доказать вину Иванова и засадить его за решетку. Он продолжает расследование и находит новую зацепку. Напомним, 11 и 12 серии сериала выйдут на телеканале «Россия-1» 14 сентября. Если вам нравятся сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки!